Добрый день, уважаемые коллеги. Слышите и видите нас хорошо? Добрый день. Я хочу вас всех поздравить, и вас, те, кто находится сейчас в месте, которое будет, надеюсь, символичным на длительную перспективу, имея в виду решение всех вопросов, связанных с энергоснабжением Крыма. И всех крымчан, строителей, всех тех, кто работал над этим очень важным, нужным для всей страны и для Крымского полуострова проектом. Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего комплекса, экономического комплекса, всего комплекса рекреационного, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе. Как вы знаете, в этом году мы проложили уже один энергомост, и на полуостров подается электроэнергия в объеме 800 мегаватт. Но вот сегодняшнее событие – это еще один очень серьезный и очень важный шаг в развитии Крымского полуострова. Имею в виду, что на базе поступающего в Крым газа будет построено в ближайшее время, в 2017-2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все потребности текущие и создадут задел, перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя. За 4 года здесь в ближайшее время должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2500 межпоселковых газопроводов, 8 газово-перекачивающих станций. Здесь очень важно, и хорошо, что здесь у нас сейчас в Кремле находятся руководители и Крыма, и Севастополя, очень важно, чтобы региональные власти, местные органы власти своевременно и синхронизированно осуществили работу по разводке газовых систем для того, чтобы газ дошел до конечного потребителя, до домохозяйств, до граждан наших, проживающих в Крыму и Севастополе. И я хочу особые слова благодарности сказать, конечно, инженерам, строителям. Инженерам, потому что это была непростая, это была сложная инженерная работа, а строителям, потому что они все сделали в срок и качественно. Кстати, это та же строительная организация, которая и строит еще и Крымский мост. Я исхожу из того, что это первый шаг в реализации всего комплекса задач, перед которыми стоят строители. Я всех вас еще раз поздравляю с этим событием. Пожалуйста. Докладывает генеральный директор Черноморнефтегаза Шабанов Игорь Александрович. Мы находимся сейчас на площадке приема запуска очистного устройства. Это один из объектов запускаемого сегодня магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым. 16 километров этого газопровода проложено по дну Черного моря. Далее 341 километр по территории Крыма от Керчи до Севастополя. Пропускная способность 2,1 миллиарда кубометров. И в случае необходимости объем перекачиваемого газа может быть увеличен до 4 миллиардов. Этого хватит для того, чтобы покрыть все потребности Крыма в газе. За моей спиной находится строящаяся электростанция под Симферополем. Еще одна электростанция строится в Севастополе. После запуска эти электростанции полностью обеспечат Крым электроэнергией и сделают Крым энергонезависимым от сопредельного государства. Владимир Владимирович, у нас на связи диспетчерская в Симферополе газопровода. Здравствуйте. Здравствуйте. Докладывает диспетчер Круликовский Сергей Вячеславович. Все системы газопровода готовы к работе. Уважаемый Игорь Александрович, подаю газ, магистральный газопровод полуострова Крым. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на запуск контрольного факела газопровода. Да.
Газ подан на территории Республики Крым. Крым соединен с единой системой газоснабжения России. Спасибо. Уважаемый Игорь Александрович, уважаемые коллеги, друзья, еще раз всех вас поздравляю и рассчитываю на то, что эта работа не будет завершена сегодняшним днем, а как я уже говорил, мы все вместе с региональными властями, с муниципальными, с федеральными органами власти сделаем все для того, чтобы газ дошел до конечного потребителя и как можно быстрее. Вы знаете о планах разводок на южном береге, Крыма, но это только первый шаг. Все должно быть сделано по плану, в срок и качественно. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо.